Ярко. Ты, у тебя были какие-то ожидания от поездки? И вот сейчас ты здесь. Что, какие у тебя впечатления от Мексики? Ожиданий не было, потому что я не знала, куда я лечу и что тут будет. Я даже не прочитала маршрут, потому что ну, там много неизвестных слов. Я решила, это бессмысленно. А почему ты хотела в Мексику поехать? А потому что тут какая-то вот магия какая-то есть. Очень хотелось окунуться в эту магию. Плюс, ну, как-то холодно в Москве было. Грустно, ага. Серо. Хорошо. Короче, я приехала, и это, наверное, лучшее решение за последний год. Что тебе понравилось? У нас было 11 дней такого непрерывного интенсива. Что тебе запомнилось, да? У нас очень классная группа собралась. Организатор Лена и гид Света. Это просто вообще мечта. Помимо заявленной программы было несколько сюрпризов в виде Тихого океана, Мексиканского залива. Были потрясающие закаты, рассветы, песни у костра, танцы. Ну, это было круто. Спасибо. Что бы ты посоветовала людям, которые, например, хотят поехать тоже в Мексику или вообще хотят путешествовать? Да уже собирайтесь и едьте вот это. Хотите, не значит делать. Действие. Спасибо.